На обслуживании в отделе по работе с территориями индивидуальной застройки 13 вот таких пешеходных мостиков. В основном они все преимущественно через речку Марьино. Ежегодно эти мосты проходят ревизию, чтобы проверить, в каком состоянии находятся. Проверяется износ перил, пешеходного полотна, прочность и безопасность. И если все подведомственные мосты имеют хорошее основание, то частичную замену деревянного полотна и перил приходится проводить ежегодно. В этом году обследованы все мосты. В пункт плана, как я уже сказал, включено 5 мостов на ремонт. Все они, скажем, отремонтированы, то есть деревянные настилы заменены, остались только сварочные работы по ремонту перил. Эти работы проводятся за счет муниципального бюджета и включены в ежегодный план по подготовке к весеннему паводку. Также в рамках подготовительных работ запланирована прокладка и устройство водопроводных труб и канала в частном секторе и очистка реки Березовка в селе Ташкиново. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».